Всем привет! Всем привет! Вы на канале Николай. И сегодня последний день последнего зимнего месяца. Завтра уже наступает весна. Мы нашли немного снега в городе, решили показать. И завтра уже ждем тепла, потому что завтра будет уже весна. А сегодня вы в выпуске увидите все то, что не вошло ни в один выпуск нашего канала. Итак, как прошла наша зима? А Милана после бассейна ест. Проголодалась? Милана, ложись назад, не сиди. Ложись. Не захотела. Вот такой вот у нас снежок в ноябре. Зима еще не наступила по календарю, а у нас уже снег. Ой, какой у тебя снежок, боюсь! А ну руками и ногами пошевели. Ты что, спишь? Спишь? Вставай! Примерзнешь к земле. Снег. Ты разукрашиваешь снег? Тебе нравится? Ты как художник настоящий, да? Как завершение, да, твоего тортика снежного. Ой, как красиво. Шоколадная лепешка сверху, да? Угу. Всех на важно, она там, отвечу я, эта точка моя. Да, идем купаться. Вот так вот, на улице еще зима по календарю, а мы уже в купальниках. Идем плавать. Милаш, ты кто, звезда? Ты плывешь? Возвращайся ко мне. Деточка, поворачивайся ко мне. Плыви ко мне. Ну плыви. Давай, сюда.